Всем привет, на канале Санек. Сегодня у меня будет такая обзор моего рабочего места. Буду рассказывать все, что у меня тут есть. Ну, лежит такое. Ну что, давайте начнем. Первое, у меня тут есть такая игровая клавиатура Red Shower. Ну, в переводе Красная площадь. Там у нее железная, можно увидеть. Но. Дальше, что у меня есть? Ну, мышка такая игровая. Скоро у меня уже будет новенькая. Коврик. Где-то, ну, X7, я не знаю, как это. Прямо читать. Дальше у меня тут есть, ну, такие всякие безделушки. Ну, Бэтмен-человечек. Колонка. Еще одна колонка. Телефон. iPad. Телефон, конечно, не рабочий. Даже не включается. Ну, ты играла для PS3 Uncharted 2. Полные. Такие свечки тут стоят. Яйцо. Как же без этого ноутбук? Не компьютер, конечно, но хоть что-то. Что он в пыли, потому что я в него не очень часто играю. Кстати, вот у этой клавиатуры есть такой прикольный провод в виде шнурка. Вот. Чуть не понимаю, чуть не фокусируется. Да. Ну, короче, вот так вот. Такая же лампочка висит. На не наушники. Айфоновские. Лапа икеевская такая двигается. Все, дойду. Также самое главное. Видите? Видите эту штуку? Кнопочку. Та-да. Это подсветка настоящая. Вообще она топовая, конечно. Ну и так далее, да, вот везде светится. Отключим ее. Хотя не, пусть горит. Ну, тут всякие ящички у меня есть в столе, тут учебники. Всякие безделушки, ну, тоже. Angry Birds. Я в него уже давно не играю. Вот. Ну, у меня, конечно, много дисков, это были не все. GTA 5, Disney Infinity, и там их еще много. Ну, на этом, конечно, у меня больше такого ничего интересненького нет на столе. Вот, все, что тут вот есть. Это мой стол. Рабочее место. Надо ее поправить. Я вам могу показать, как клавиатура светится. Ну, это можно увидеть в видео. Там у меня на канале есть видео, где про колонку мою, вот эту JBL. Там же есть вот эта светящая клавиатура. Вот. Ну что, на этом, наверное, будем заканчивать видео. Да. 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 Мое лицо не видно. Я его не раскрою. Вот мое лицо. Видите, какое оно? Красивая личка. Она очень красивая. Вообще. Записываю, конечно, на телефон. Что у меня нет такой камеры хорошей. Но телефон тоже нормально снимает. Ну что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.